Только что закончился оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции на территории нашей области. К сожалению, мы видим, что ситуация ухудшается. На сегодняшний день у нас в Омской области уже 8 человек, заболевших коронавирусной инфекцией. Один человек из них находится в очень тяжелом состоянии, в реанимации. Более 7 тысяч человек находятся под медицинским наблюдением, из которых 1200 человек напрямую контактировало с заболевшими коронавирусной инфекцией. Исходя из этого, по итогам штаба было принято решение. Непростое решение, но необходимое. С 1 апреля устанавливается особый режим самоизоляции на территории Омской области. Это означает введение запрета на покидание своего дома, своей квартиры. Из дома можно выходить только в случаях необходимости. За медицинской экстренной помощью, или посещение аптеки, или продуктового магазина, но в шаговой доступности. Перемещаться по городу могут только работники предприятий системы жизнеобеспечения наших городов и муниципальных районов. Такой список утвержден. Также будет сокращено, значительно сокращено количество общественного транспорта на маршрутах, которые будут обеспечивать только доставку людей на работу. Как мы видим, выходные дни показали, что несколько тысяч пенсионеров передвигаются в течение дня по городу в общественном транспорте. Молодежь сегодня собирается в общественных местах, в парках, на бульварах. С сегодняшнего дня это запрещено. Уважаемые мечи, я прошу всех выполнять правила особого режима самоизоляции. Мы должны сберечь себя, сберечь близких, сберечь тех, кто рядом с вами работает, тех, кто рядом с вами живет. Поэтому еще раз прошу вас соблюдать все правила. С сегодняшнего дня нарушение таких правил является уже наказуемым деянием.